Народ, выбрались на террасу наконец-то. Она все-таки открыта, она здесь есть. Смотрим обзорочку этого интересного волшебного потолка. Слышим звуки птиц. Вот он какой сказочный Лувр. Скажу так, была уверена почему-то, что Лувр — это только картины, потому что видела фотографии из Парижа. Но здесь Лувр — это и карты, и золото, и статуэтки, и, конечно же, картины тоже. Но это вообще что-то такое волшебное. Некоторые шутят, что все ненужное в мире свезли в этот Лувр. Неправда. Мне было очень интересно наблюдать, смотреть. Так что смотрите, ставьте лайки, но рекомендую, конечно же, побывать самим в этой чудесной волшебной сказке.